О настоящей дружбе можно многое сказать. Якуб в составе польской делегации в Щелковский район приезжает вот уже второй раз. Парень признается, новость о предстоящей поездке в Россию, а именно визит побратим Гроздицкого повята, каковым и является наш район вот уже 3 года, очень обрадовала. Здесь у него немало друзей и знакомых. У меня много приятелей, друзей. Мне очень нравится и город, и особенно Россия. Я могу даже сказать, что хочется тут возвращаться, сюда возвращаться и возвращаться. Могу даже сказать, мог бы тут и остаться. Побратимские отношения связывают наш район и Гроздицкий повят 3 года. За это время дружбы удалось успешно наладить коммуникацию между муниципалитетами. Так, в середине сентября ученики Щелковской гимназии пребывали в гостях у наших побратимов в течение нескольких дней. Теперь же и польская делегация приехала с ответным визитом. Это ученики технической школы имени Квитковского и их руководители. По традиции гостей поприветствовали районные власти. С удовольствием продолжаем наши все дружеские связи и обмены каждый год. Приезжают ваши руководители, мы приезжаем к вам в гости и наслаждаемся общением друг с другом. Ваш приезд вечер. Это один из таких шагов дружбы. Мы рады приветствовать вас здесь. Если кто-то из вас подружится с русскими девчонками или парнями, и между вами образуется дружба, это будет начало. Очень меня радует то, что наша молодежь имеет приятель в Щелковском районе и в Щелково. Думаю, что это приятельские отношения и дружеские отношения будут на долгие года. Гостям из Польши уже удалось встретиться с друзьями, учениками Щелковской гимназии, руководством и педагогами учреждения. Встреча прошла в теплой атмосфере. Ранее же ребята успели полюбоваться красотами и многообразием видов столицы, соседних городов. Ну а теперь самое время отправляться за впечатлениями по нашему району. Оценить достопримечательности, пройтись по улицам нашего района. Делегацию из Польши ждет немало ярких моментов. Экскурсия началась с самого сердца Щелкова, центра города. В целом же программа обещает быть насыщенной. За несколько дней пребывания в Щелковском районе делегации планируется посещение предприятий, культурных центров и памятников архитектуры. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».